Привет, зрители, привет, подписчики моего канала. Ну вот, наконец-то пришло время показать мою специализированную тренировку на руки. Сейчас я подготовлюсь, наведу себе карбокика, и мы приступим к тренировке. Не переключайтесь. Ну что, ребята, развел я себе карбокика. Сейчас я заведу свою любимую музычку, и мы приступим к тренировке. Начну я с первого разминочного упражнения, которое, ну, сейчас, впрочем, сами все увидите. Итак, завел я свою любимую музычку, и приступаем к тренировке. По совету Федорова обязательно одеваю пояс. И теперь у меня тоже такой крутой пояс, на котором написано «Домашняя качалка». Итак, ребята, вот на таком приспособлении я делаю свои первые упражнения, 4 разминочных подхода, и это имитирует тренажер разгибания рук на блоке. Все упражнения буду делать по 12 повторений в 4 подходах. Итак, ребята, а сейчас мы приступаем к первому на сегодня суперсету, хотя он будет единственный в моей тренировке. Это разгибание рук с гантелью. И после этого сразу подъем на бицепс. Сразу скажу, что подход упражнения данного суперсета достаточно тяжелое. 2 тяжелых базовых упражнения, движения. Вес не маленький, вес гантели 37 килограмм и 39 с гантелью. Ой, со штангой. То есть на штанге 39 килограмм, на гантели 37. Итак, давайте приступим. Итак, это был только первый подход, а еще нужно выполнить 3.
синяк посадил, когда катался с товарищем на велосипеде. Как он мне объяснил в молодости. Ну как молодость, он и сейчас не старый, ему 30-33. Он себя считает еще юным. Меня называет уже старичком. Фу, так вот, как он говорит, я в молодости, в детстве катался, в любую щелочку мог на велике проехать. И как-то гнали мы с ним на велосипеде. А там такой интересный заворот. Я-то в него вписываюсь, уже давно там езжу. Он набрал скорость, едет и, блядь, как по тормозам пизданул. А я-то рассчитывал, что он проедет. Давлю тоже на тормоз. Задний у меня такой легкий, чтобы шину, покрышку заднюю не портить. А передний уже более мощный. Задним не могу утормозиться, в него лечу. Торможусь передним, блядь, нога слетает с педали. И я прямо об вилку ляжкой. И вот синяк остался. Это не засос, это синяк. Все, никак не соберусь записать очередную велопрогулочку, чтобы с комментариями, так вот, чтобы нормально, как влог, чтобы получилось. Но стараюсь. Записал теперь, вернее, закачал для телефона программу. Не помню, как называется. Ну, в общем-то, смысл в том, что она полностью отслеживает твой путь на велосипеде, как велокомпьютер получается. Угол уклона, сколько метров вниз. И среднюю скорость вычисляет. И это все можно по дням посмотреть, а можно на весь месяц. Так вот, делаю скриншоты с этой программы и выкладываю в свой Инстаграм. Ну и буду иногда ВКонтакте тоже выставлять эти фотографии. А так, сейчас приступаем к третьему упражнению. Подъем штанги на бицепс с опорой о колени. Делаю я его вот так. Это упражнение я делаю как аналог сгибания рук со штангой на скамье скотта. Ну а мы сейчас под сопровождение песни «Станция Таганская» будем делать концентрированный подъем на бицепс. Переборщил с весом. 14 килограмм тяжеловато. Возьмем десяточки. Thank you.
И сейчас нам осталось сделать только 4 подходика отжимания от стульев. Покажу, как буду это делать. И дальше покажу, как я делаю пресс. И дальше я вам покажу, как я делаю пресс с бинтами. Ну вот, ребята, на сегодня это все. Закончил я этим упражнением свою тренировку, специализацию на руки. И сейчас я сделаю 3 подходика по 50 повторений. Скручивание. Если бы я был в тренажерном зале, я бы назвал это упражнение скручивание на блоке. Но так как у меня блока нет, я называю это упражнение скручивание с бинтами. Итак, беремся за бинты и делаем 50 повторений скручиваний. Вот такая вот у меня тренировка, специализированная на руки. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите в своих комментариях. Если понравилось, то я еще что-нибудь интересное для вас сниму из тренировочного видео. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться. Всем желаю, употребляйте правильное спортивное питание. Любите, балдейте и верьте в завтрашний день. А мы с вами увидимся на канале «Домашняя качалка». Всем пока!